Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет прокачка и обзор на 12 скилл вот такого вот героя. Королева змей, Sharpen Queen, здесь она так называется. Она наносит, отравляет точнее героев в зоне, нанося 31% урона, а также плюс 105 дамага каждых 0,5 секунд. На ней стоит ремка, как видите, это гарнизонный герой, жизни особо много нет, какие атаки, в принципе, если сравнивать с другими, то немало. 3500, сейчас вам покажу, как она действует. Особо в нее вливать ресурсы вообще не стоит, вот смотрите, тут даже у нас так не получилось, надо сейчас на кошмарке. Так, это 5-3 на 7-10 покажу вам. Здесь будет поярче видно. Вот смотрите, вот дополнительно наносится, видите, 10 тысяч. Дополнительно урон наносится, то есть она как дамагер из гарнизонных, очень-очень неплохой зональный урон. Дальник, как видите, то есть она не ближнего боя, и урона у нее хватает немало. Относится вот к этой критовой фракции. Вот так вот. Зонально, блин, но урон очень-очень неплохой для такого героя. Так, окей. Давайте и поставим ангела. Для того, чтобы не так убивалось. И сделаем вот такую вот. С порочным пактом. Почему порочный пакт? Хочу увидеть, насколько же у нас сейчас поменяется урон. Так, смотрим. Ну вот смотрите, в разы. Если там было 10 тысяч, то уже в районе 40 вылазит. Конечно, у нее сейчас деф похуже, но посмотрите на этот урон. Намного круче она начала бить. Можно даже если тут ангела кинуть. Или дяху попробовать. Сейчас они вместе наделают чудес в этой подземке. Вот, как видите, даже ангел там шатает. Благодаря тому, что ледяха их замедлил всех, они еле-еле добегают. Вот он, три гарнизонных героя, которые там могут спокойно затащить подземку. В теперешних условиях. Ну, и, конечно, без имба-бочки тут тоже не обойтись. В общем, как видите, в гарнизонных героях тоже есть веселые сборки. Так, окей, поехали качать ей 12-й скилл улучшать. Хочу побыстрее дойти все-таки я до следующих, до 6-х кошмарок, поэтому стараюсь по-быстренькому прокачать гарнизон. Также хочу древние испытания дальше побегать. Если вы смотрели, там надо... Более прокачанные герои. Для гарнизона 12 скилл это как раз увеличение и усиление его в два раза практически. Поэтому вот так вот трешуем, прокачиваем. Такс. Сейчас нам надо понаходить. И побольше золота набить. Видите, молчанку получил. Ничего толком не набил. Так, ладно, поехали в судьбу. Пока используем то, что у нас есть.
на гарнизонных у героя выходит, честно говоря, мало ресурсов. Так, сейчас можно будет даже потестируем грубую силу, поставим, посмотрим, насколько там увеличится, только докачаем, чтобы у нее был крит активирован. Так. Вот радиатора я, в принципе, качаю их, чтобы они побольше могли критовать. Так, подвисли мы немножко, отвисли. Обязательно участвуйте в конкурсах, ссылочка в описании, каждый видосик отдельно. С американского имеет шанс получить плюшки. Не знаю, возможно сегодня. Я не знаю, куда я вам этот видосик выложу. У меня то это сегодня. Так, окей, отлично. Поехали дальше ее вкачивать. Силушка по чуть-чуть растет, скоро догоним китайку. Так, 11-й есть, поехали дальше. Так, не хватает нам кристаллов, окей, не вопрос. Нам еще, наверное, не хватит значков почета. Тоже немножко откроем. Так, кристаллы. Ну, честно скажу, это не тот герой, его не стоит вкачивать. Единственное, если у вас там цель по максимуму получить очей, там прокачать побольше силы, тогда да, а так... Оно того не стоит, поверьте. Это чисто так, ради развлечения. Так, окей, ну что, у нас 12-12. Давайте поставим сюда грубую силу. Хотя можем, в принципе, поставить, попробовать вот так вот сделать. Посмотрим, что лучше, грубая сила. Или же раскол. Так, смотрим на урон. Сейчас пусть зарядится. Ну, 45 тысяч, 34, 40, 50 даже обычным вижу есть урон. Но урон явно в разы превосходит. Ну и критовать, как видите, начало чаще. Неплохой такой урон у нас получился. Так, окей. А теперь давайте попробуем грубую силу поставить. Ну, 50, 68, ну, по-моему, грубая сила превосходит по урону. 69, 50, да, 60. Грубая поярче, конечно, в этом плане смотрится с руки, возможно, хотя надо тестировать все. Там получается 100% увеличение с руки, а тут... Ну вот как-то вот так вот, ребят. Один герой бегает. Надо, конечно, выпустить где-то. Где-то вот здесь. Так.
Так, что, она сейчас на мессу побежит, скорее всего. Нет. Жалко, что на мессу не побежала. Вот такая вот у нас получилась, ребята, имба. Будем дальше еще некоторых докачаем и будем уже тестировать в полном объеме на... Ну, смотрите, как замедлил, конечно. Интересно, до места дойдет или нет? Ого, нифига себе там урона дала. Круто. Ну тут можно даже любого героя, вот смотрите. Ангел будет издали дамажить. Потому что он под замедлением не будет так быстро добегать. В общем, вот так вот такой вот герой получился интересный с пактом. Будем смотреть уже, что получится у нас дальше. Ну, вы пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Все. Всем удачи, всем пока.